опасно. Я решил душ принять, осторожно. Понимаешь, тут. А там все зависит. А, нет, нет, а тут все свободно. Да. Сейчас мы решим прям это покупаться. Давайте. Вы что, сейчас уезжаете или как? Не знаю, мне сейчас жена что скажет. Я же сам себе не принадлежу. Понятно. Итак, это великая река Волга. Такие, видать, вырубленная дорога это. Наверное. Не вырублена, тут может быть ручей шел, организовал овраг. Может быть, не знаю. Но мне кажется больше как вырублено. Видите? Опа. Аккуратненько видно. Как прекрасно на том берег Волги вечерний. Такой вообще спуск. Ребятишки он раздевается. О. Русское море. Булымирское. Прикольно. Такой тут бережок. Вот там похоже на храм. Вдали. Он счастливый сынок. Ну давай, Господи, благослови. Бог благословит. Ну так, можешь походить сначала. Да. Она, конечно, реально не стоит. Еще один спортсмен. Да, классно. Вот мечты сбываются, да? Да, вообще здорово. Ну, вода такая довольно теплая. Ну, где-то надо переодеться. Дамам, так сказать. И тоже поплыть на волнах. Шикарно. О, еще один спортсмен. Варлам самый главный любитель. Варлам самый главный любитель волн.
на берегу всякие рыбешки. Местами где-то видела. Ракушки. В общем, всякое добро. Что-то папа наш разговорился там с мелким. Давай сейчас перепрыгнем волны. Иринейка, Иринейчик, о, класс какой, смотри-ка, мама, я скажу, могу, как хотите, босичком, босичком, ой, как хорошо. Где там Волга наша, речка, а? Наконец-то мне можно идти, скажи, наконец-то я пошел, слава Богу. Великая река Волга. Храм стоит. Какие крутые берега. Волга, которой конца и края нет. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17.